9 no 10 lietotājiem iesaka Pervo. Renew Plus no Pervo. Put on your strong face. Your nothing's gonna stop me face. Go out and make it happen. Maybelline, New York. Sveiki, dargi skatītāji. Kopā ar jums Paulina Chmelnitska un žurnāls OFSL. Tā ir Riga Fashion Week otrajā dienā. Trīs dažādas vietas. Trīs brīnišķīgas skatēs, kuras piedalījās Flash, You and Me, stylista un Bučiļov džins, un arī M Couture Latvijā. Aiziet! It's always cold when she's away. Zīmola galvenais akcents ir ērtums, savienojumā ar seksīgu, skaistu, funkcionālu dizainu. Visi modeļi ir transformējami, savā starpā kombinējami un no viena komplekta var izgatavot trīs citus komplektus. Ar melno un balto var pateikt ļoti daudz, un man patīk miesas krāsas auduma ilūzija, ko tas rada. Tādēļ arī ir balts, melns un miesas krāsas. Man liekas, ar šīm krāsām var pietiekam pateikt, un pašlaik es nejūtu vajadzību pēc vēl kāds krāsas. С брендом я уже знакома не первый день, то есть слежу за их развитием. Достаточно интересная коллекция. Девушка за основу взяла портупею, это выглядит достаточно интересно, что она использует этот элемент не только как верхней части белья, но также и подтяжки, трусики, то есть все у нее достаточно отработано, да. И мне кажется, что это будет неплохая конкуренция нашему Аморале, ввиду того, что Flash все-таки в плане цены более доступен, и я думаю, он станет достаточно продаваемым брендом. Ну а наш марафон моды и стиля продолжается. Сегодня мы с вами отправимся на неповторимый показ дуэта Ильи Булычевой и Анны Иткиной. Два бренда в одном показе. Булычев и стилиста в их собственном ателье. Сегодняшний вечер представляем вам официальное открытие студии стилиста. Мы творили, а потом смотрели, что из этого получится, расставляли, дополняли, добавляли, и благодаря таким удачным тандемам и аксессуарам, и всему, мне кажется, мы попытались сделать полный лук. Добрый вечер, хотим вас поздравить с дебютом. Расскажите немножко о своем бренде, о обуви Wolfers, и как пришла в голову идея сотрудничать с Ильей и Анной. Добрый вечер. Да, мы запускаем новый бренд под названием Wolfers. Главное коммерческое отличие этого бренда состоит в том, что мы используем экологические ткани. Весенне-зимние, осенние коллекции, это будет кожей сочетаться. Это сочетание, этот микс, который они создали вместе с Анной, и я очень довольна этим показом. Скажите, а для себя лично вы что-то присмотрели? Ну, наверное, больше все-таки джинсовую коллекцию, да, потому что это ближе моему характеру, да. Ну, мне больше всех понравился костюм джинс с кружевом. В сине-белых тонах. Ну, такой смуглой девушки. Смотрелась очень эффектно. Меня зовут Ксения Ротань. Я делаю украшения из натуральных камней. С Анечкой давно дружу. И очень была рада, что она начала свой творческий путь. И мы решили совместить приятное с полезным и украсить, так скажем, образ дам. Сегодняшний показ запомнился не только новой коллекцией, но и прекрасным ароматом в помещении. Как подбирался этот аромат? Аромат подбирался чисто по ощущениям. Хотелось такого энергичного запаха, такого, чтобы не...
чтобы чувствовала, что это творческое помещение. И хотелось тоже, чтобы это был специфично рижский запах. Мы безумно любим Ригу. Мы часто здесь работаем и приезжаем. И хотелось и теплого, энергичного, и такого Риге свойственного, такого серьезного, такого запаха воды. Вот когда у Гава рядом, запах листьев упадает. Подробнее о своей новой коллекции. Ну, название такое неформальное у этой коллекции — «Муза», что означает, это образ женщины, который меня вдохновляет на создание всех этих вещей. И это, наверное, коллекция — такое вот воплощение этого образа. Такие нежно-пастельные тона, ну, немножко было и черного цвета, но все же. Ну, голубой — это вообще-то наш цвет, пудра тоже. Без белого как-то летом никуда, а черный придает такую нарядность и вечерность. Поэтому вот эти четыре цвета, они были выбраны для коллекции. Большой подарок. Мы сегодня из типографии забрали новый номер журнала «Офисель», для которого ты давала интервью. Поэтому небольшое обращение для всех, кто следит за творчеством Юли. Вы можете найти интервью с ее участием в новом номере. Мы тебе торжественно вручаем этот журнал и благодарим за это прекрасное шоу. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Юля молодец. Просто у меня действительно нет слов. Действительно, это, ну я не знаю, как будет дальше, да, но я думаю, что это самая сильная коллекция. Но понимаешь, какое дело, да? В Риге обязательно есть свой стиль, и это очень хорошо. Я очень этому рада. И он сложился уже, ну я могу сказать, что он сложился вот за последние десятилетия, да, я уже больше лет как бы в этом бизнесе, да. И поэтому, ну. Я могу сказать, да, я наблюдала это развитие, да. Есть определенно несколько направлений, да, нельзя рижский стиль уложить во что-то одно. Ļoti patīk, man liekas, arī vide ļoti piemērota šim tēlam, kādu bija, ka Ķuri izvēlējies. Patik arī, te arī dizainers rokraks ļoti labi nolasījās, tādi tā kā romantiski, sievišķīgi tēli, kas mijās ir tādām mazliet tādām, teiksim, vīrišķīgākām formu siluetiem tērpos, jā, un arī krāsgāma ļoti patika. Я очень интересуюсь особенно пастельными тонами. В последнее время это как бы очень такой серьезный тренд. Я в восторге. Просто то, что я видел, это бесподобно. Я его посмотрел еще раз. Я жду, когда будет возможность посмотреть это на видео. Это фантастика. Ir noslēgusies Riga Fashion Week otrajā dienā. Paldies, ka bija kopā ar mani šovakar, un ceru, ka arī sev esat ko noskatījusi no jaunajām dizaineru kolekcijām. Skatieties mūs arī rīt!